Дорогие друзья, мы в городе Гянджа. Это комплекс Имамзада, 14 век, мавзолей и мечеть. Посмотрите, какая красота. Комплексу более 600 лет. Эти, кстати, ворота входа оригинальные, во времена Джавадхана еще строилось. Представьте, как построили, что до сих пор держится. Очень красиво поднимались вот к этому минарету и совершали там намаз, и читали азан. Ну что, друзья, направляемся с вами в сам комплекс. Повторюсь, этот вход, вот эти ворота, это все осталось в своем первозданном виде. 14 века. Очень большой двор. И непосредственно мы направляемся в саму мечеть. Она большая, а внутри находится санаторий. Само старое строение, сама старая мечеть 14 века. Вы сейчас ее увидите. В обязательном порядке нужно снять. Уникальный комплекс, и вот посередине вы видите сама постройка времен Джавадхана, 14 век.